32 место в стартовом рейтинге. Попасть в десятку лучших шахматистов мира для Алексея Сорокина было мечтой. Как итог, 6 место из 148 в итоговом протоколе чемпионата мира в Италии. Для Алексея соревнования такого уровня в новинку. Если на всероссийском уровне он знает стиль игры всех своих соперников, то в Италии приходилось изучать оппонентов на ходу. Соперники все были сильные, то есть обычно в турнирах есть некоторые туры полегче, когда тебе дают не очень сильных соперников, и ну, можешь расслабиться, легко обыграть, сэкономить сил, а тут приходилось выкладываться по максимуму в каждом туре. До 25 лет у шахматистов наблюдается профессиональный рост. Поэтому даже год разницы в возрасте между соперниками дает о себе знать. Но 17-летний барнаулец наравне выступает с более опытными коллегами. О первом месте на чемпионате мира говорить пока еще рано. Сегодня основная задача – получить звание гроссмейстера, первого в Алтайском крае. Федерация готова вкладывать, помогать. Более того, мы сейчас сформировали в федерации попечительский совет. Мы собираем в этот попечительский совет таких обеспеченных и влиятельных людей Алтайского края. Мы уверены, что с помощью попечительского совета мы сможем сформировать необходимый денежный, необходимый фонд для того, чтобы вырастить из Алексея гроссмейстера. И не просто гроссмейстера, а гроссмейстера достаточно, топ-уровня по мировым меркам. И дальше этот попечительский совет займется у нас тем, что мы будем воспитывать подрастающее поколение. В Краевой федерации шахмат уверены, в регионе много подрастающих талантливых шахматистов. Поэтому Алексей Сорокин может стать не только гроссмейстером, а примером, на который остальные будут равняться. Вадим Слюсарев, Антон Червяков, Новости.